80-летие снятия блокады Ленинграда провели множество мероприятий, приуроченных к памятной дате. В средней школе поселка Развилка организовали литературно-музыкальный концерт под названием «Подвигу Ленинграда посвящается». У нас участвуют и хоровые коллективы, подготовившие музыкальные номера, и дети, участники художественных студий, чтецы, ну и ведущие, это старшеклассники. Школьникам напомнили о мужестве, о выдержке людей, которые, несмотря на оккупацию фашистскими захватчиками, пережили тяжелые времена. С трогательной речью обратилась к ученикам директор школы Татьяна Бондаренко. Подвиг – это преодолеть себя, преодолеть страх, воспитать в себе мужество, воспитать в себе силу воли. Я желаю вам всем, чтобы это... блокада Ленинграда никогда не повторилась в вашей реальной жизни. На концерт пригласили Валерия Бодрешова, который о войне знает не понаслышке. Он сам был участником афганских событий. Сейчас состоит в Совете ветеранов Ленинского округа, а также в фонде «Правопорядок. ЩИТ». Такие мероприятия проводят в рамках всероссийской программы «Урок мужества». Но у нас стоит задача патриотического воспитания. Вот мы, наши сотрудники фонда ходят в школы, студенческие коллективы. Вот рассказываем, я как участник афганских событий, рассказываю в Афганистане, не только об этом. Прививаем людям, так сказать, школьникам патриотизм. Важными условиями при подготовке и проведении урока мужества являются активность самих ребят, их заинтересованность и понимание значимости. Нужно помнить память о погибших в блокаду Ленинграда, потому что они действительно герои, выстояли и так и не отдали фашистам Ленинград. На самом деле очень интересно. Я и раньше тоже знал про блокаду Ленинграда, но сегодня я узнал больше намного. Главная цель подобных мероприятий – развитие в подрастающем поколении таких качеств, как мужество и героизм, которые необходимы в современном обществе. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.